Сахарный диабет – это группа патологий эндокринного происхождения. Данное заболевание характеризуется полным или частичным прекращением продуцирования гормона, снижающего концентрацию глюкозы в крови – инсулина. По данным Международной диабетической федерации, на 1 января 2016 года 415 миллионов человек во всем мире болеют этим недугом. Сегодня это число значительно выше. На сегодняшний день сахарный диабет является одним из самых трудноизлечимых заболеваний. Сегодня, 14 ноября, день борьбы с сахарным диабетом. Он учрежден Международной диабетической федерацией в 1991 году в честь столетия со дня рождения Фредерика Бантинга, одного из открывателей инсулина. Его задачей – это призыв к развитию национальных программ по лечению и профилактике диабета, повышению осведомленности населения об этом заболевании, предотвращению появления осложнений. Ведь сахарный диабет наряду с атеросклерозом и раком входит в тройку заболеваний, приводящих к смерти. Есть первый сахарный тип диабета, есть сахарный диабет второго типа. Первый тип – это когда абсолютно недостаточность гормона инсулина. И второй тип сахарного диабета – когда гормон инсулина вырабатывается, но он не выполняет свою функцию. В общем, первым типом сахарного диабета болеют люди обычно в более молодом возрасте. От 20 до 30 лет, а дальше после 35-40 идет сахарный диабет второго типа. Какие признаки? Признаки общие. Это сухость во рту, это жажда, учащенное мочеиспускание, потеря веса. При втором типе, наоборот, может быть увеличение веса. По Борисковскому району с сахарным диабетом первого типа это 85 человек, со вторым типом это 1315. В больницах проводятся акции по борьбе с сахарным диабетом. Любой желающий может прийти в учреждение здравоохранения и сдать кровь на выявление уровня сахара. Измерение проходит легко, быстро и эффективно делается при помощи глюкометра. Это поможет выявить заболевание на ранней стадии, удержать его под контролем, предотвратить осложнения и тем самым спасти жизнь. Николай Теплов, Никита Желтов, новости ТВ рассказываю.